Бердымухамедов, Милли кеңешінің мәжілісінің басшылығы Мемедова, Милли парламенттің жемгетші құрамаларының юол басшылары кемде уәкілдері, құрметті яшылар қатнаштылар. Яшылар, салам алейк. Келдім сама. Я приветствую всех вас. Сегодня весенний день, прекрасный день. Дождик, видите, что мы рады всегда видеть вас. Я еще раз от уважаемого президента и от себя лично вас всех благодарю и еще раз поздравляю с Днем Победы. Мы с признательностью всегда Туркменистану за то, что Туркменистан помнит, чтит всех тех, кто отдал жизнь за Туркменистан и за нашу бывшую страну, а по сути боролся с большим, с огромным злом, это фашизм. И помнит тех, кто отдал жизнь за ту страну, а значит и за сегодняшнюю страну. И это важно, как вы правильно сказали, что это важно не только для сегодня тех прошлых, кто погиб, тех, кого сегодня нет, но это не важно для тех, кто сегодня живет, и очень важно для тех, кто будет жить впереди. Вы мои цитаты все знаете, пусть всегда будет мир во всем мире. Мы все-таки единственная нейтральная страна, признанная два раза в мире, и всегда будем дорожить этим, конечно. Спасибо.